бутерброды к этому сэндвичу. Вот он готов. Тебе. Бутерброд легкий. Яйца отварите, очистите и нарежьте пластинами. Хлеб смажьте брынзой и положите на него яйца. Сверху поместите очищенный и нарезанный пластинами огурец. На него выложите рукколу, а следующим слоем тертый сыр. Отправьте бутерброд в духовку, разогретую до 200 градусов. Через пару минут легкий завтрак будет готов.